В Магадане продолжается прием заявок на городской смотр-конкурс «Северное соцветие 2021». Он проводится в областном центре в шестой раз. Основная его цель – благоустройство города. Принять участие могут как организации, так и горожане. В этом состязании магаданцы будут соревноваться в украшении своих дворовых территорий. Проведут смотр-конкурс в три этапа – прием заявок на участие, работа конкурсной комиссии по осмотру и оценке территорий, определение и награждение победителей. Организатор мероприятия – Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Заявки на участие принимаются до 15 июля в Управлении по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана по адресу улица Горького, дом 16, кабинет 407 и 411 или по телефону 200 736 и 200 735.